Физическое тело есть сакральный резервуар энергии, невероятно мудро укомплектованная Вселенная в плотной миниатюре. Бесчисленные века ученые всего мира пытаются постичь тайны физического тела, но тот недостающий элемент, которого всем не хватало, находится за пределами ума, в пространстве гиперсознания. Лишь взаимодействие с подлинным миром дают возможность не только восстановить физическое тело, но и остановить процессы старения, чтобы в плотно-материальных телах иметь возможность жить не одно столетие в новых энергиях новой Земли. Подлинным планом мы называем именно сознание, нематериальную эфирную мультивселенную, живой многомерный мир энергий, сверхразум. Пришло время осознать ключевую роль взаимодействия с подлинным миром и одновременно бесценность и значимость физического тела. Во времена эры Водолея уже недопустимо ограничиваться знаниями лишь физических свойств тела и выводами ученых, эзотериков и других светлых умов эры Рыб. Необходимо соединить землю и небо, научный и духовный мир, заглянуть в те слои памяти высшего разума, которые открываются для человечества, вернее, для тех его представителей, которые готовы постичь тайны мироздания, оставив прежнюю картину мира, ограниченную коробочку знаний, и увидеть больше, вспомнить больше о себе настоящем. Необходимо гармонично, мудро взаимодействовать с двумя мирами – тонким и физическим. Первое, что важно сделать в новое время Земли, это установить связь с подлинным миром, а именно с его совершенным изначальным аспектом – тронным ангелом. И далее восстановить связь с физическим телом. Тронный ангел – это образно сборка всех высших ангелов, единая сверхсущность, вся божественная сила, чистое воплощение света. Тронный от слова «трон», то есть некий единый, величайший ангел, восседающий на троне сознания и управляющий мудро на чистоте любви всем своим царством. Начни взаимодействие с тронным ангелом через созвучные тебе инициации, ведь все его касания через эти звуки несут исцеление и благословение не только на здоровье, но и все, что ты есть, исцеляя и гармонизируя весь твой мир целиком. Открой свое сердце, наполнись любовью ангела, прими всецело себя, все свое многоликое естество, живое многогранное сверхсущество, которое создало твое тело и готово заполнить его своим изначальным светом и изменить на благо самой счастливой и долгой жизни. Сливаясь с тронным ангелом, с этим полем чистой мысли, мы получаем доступ к данным единого хранилища всей памяти мироздания. Мы в прямом потоке энергии и живых знаний ощущаем, как поступить на благо нашего индивидуального организма. Все пространство оживает, нам служит все, что приходит в жизнь. Традиционная медицина, нетрадиционная, все специалисты, все средства, физические упражнения, все вещества с того и этого берега, божественные капсулы, команда лаборатории Меркабах. Все вещи и действия, благословленные в любви, обретают иную чистоту, иное качество и служат для нашего скорейшего самоисцеления. Впредь мы получаем на нашем пути подсказки через специалистов, пространство, интернет, но чаще всего знания приходят напрямую в виде мыслей и чувств. Более того, многих могут сопровождать небесные силы так, чтобы мы могли создавать свои натуральные средства, косметику, тренировки, полезные продукты и различные препараты, оздоравливающие и поддерживающие молодость и красоту. Нам напрямую передаются формулы и ингредиенты для совершенных творений, а сам процесс происходит в потоке света и божественного вдохновения.
Более подробно мы будем делиться в сообществе, собирая единую копилку всех ценностей для здоровья, принятых нами напрямую от Тронного Ангела. Следите за пополнением контента и новостями в телеграм-канале Золотой Расы, а также делитесь своим опытом взаимодействия с телом в новом сознании под этим видео. Благодарим и крепко обнимаем.